Большинство людей, скорее всего, подумает, что этот контейнер – мусорка. Но на самом же деле в нем живет мать-одиночка со своими детьми. Личные обстоятельства и пандемия оставили семью без крова. Денег с трудом хватает на еду. Если удается купить в магазине килограмм муки, то покушать хватит на 3 дня. Я делаю блины, так я стараюсь кормить своих детей. Блин на воде вместо завтрака, обеда и ужина. Но малыши уже давно привыкли к такому питанию. Вот так готовлю 5 блинов наполовину замесом. Когда дочки говорят, что голодны, отламываю по кусочку. Мои дети уже другого и не ждут. Привыкли, что есть только это. Они меня понимают. Не хотят, чтобы покупала им лишнего. Ведь тогда у меня будут долги. Если останется немного хлеба, они попросят. Уже сил нет так жить. Все время плачу. Плачу, когда даю им хлеб, и плачу, когда не даю. И дети тоже плачут, когда видят мои слезы. А им и о руке всего 4,5 года, но они, как никто другой, знают тяготы бедности. Гульнура Орозабаева приехала в Бишкек в 1998 году из Тюбского района Иссык-Кульской области. Помимо 2 дочерей, у нее есть еще 2 детей, которые сейчас живут в селе. Муж ушел 4 года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Женщина никогда не сидела без работы, но в прошлом году Гульнура сильно травмировала ногу. Мать-одиночка, проработавшая швеей 18 лет, теперь с трудом передвигается, не может не только ходить на работу, но и полноценно ухаживать за своими детьми. Мои девочки постоянно говорят: «Мама, хочу то, хочу это». Но как я могу им купить то, что они хотят? Лучше на эти деньги я куплю хлеба и хотя бы 5 картофелин, сварить или пожарить. Матери-одиночке 39 лет. В трудный момент родственники отвернулись. Женщина не смогла платить за квартиру. В итоге пришлось переехать в этот железный контейнер. Помогли знакомые. Заброшенный сарай возле стоянки – теперь их убежище. За 2 года жизни в таких условиях пошатнулось здоровье. Женщина признается, что ноги ее почти не держат. Гульнура Орозабаева передвигается с помощью костылей и работает по 2 часа, где придется. Во время пандемии пришлось совсем нелегко. Не было никакой случайной работы. Во время пандемии пришлось особенно тяжело. Голодали. Люди, которые живут в этом дворе, нам приносят еду. Бывает, что поесть нечего, дам дочкам воды, да и ложимся спать. Мечта у этой женщины одна – чтобы ее любимые дети были сыты и засыпали в тепле. По данным Всемирного банка, в этом году количество бедных в Кыргызстане увеличилось на 700 тысяч человек. Причина – последствия пандемии. Министерство здравоохранения и соцразвития также сообщает, что количество людей, получающих пособия, растет, и ситуация только ухудшается. По состоянию на 1 января этого года количество детей в малообеспеченных семьях составляло 34,5 тысячи. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В прошлом году пособие получали 30 880 детей. И количество нуждающихся продолжает расти. Только бюджетную статью на эти цели не увеличивают. Попросту неоткуда взять деньги. Главная проблема – это рабочие места. Граждане не могут трудоустроиться, из-за чего не могут содержать свои семьи, и изменить положение может только стимулирование экономики. Многие люди, которые работают в неформальном секторе, потеряли работу. И число людей, получающих пособие, увеличивается. Но из-за дефицита бюджета на этот год не запланировано никаких мероприятий по увеличению размера пособий. Отметим, что Статкомитет, определяющий количество бедных, не смог назвать точное их количество на 2020 год. По последним данным, в 2019 году более 20% населения жили в бедности. Это не намного лучше, чем в предыдущие годы. Например, в 2018 году бедными считались 22% населения. Но по расчетам Всемирного банка, в этом году в Кыргызстане насчитывается 1 313 000 бедствующих граждан. И к ним могут присоединиться еще порядка 700 тысяч человек. Елисей Кирпиченко, Денис Ламбек Бишимбаев, НТС.